На прошлой неделе по инициативе Славянского районного совета ветеранов войны и труда городской школе номер 5 было присвоено имя героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. В честь этого знаменательного события прошла торжественная линейка. Генерал армии Василий Маргелов – настоящий человек-легенда, десантник номер один. Именно ему принадлежит честь и слава, созданная непревзойденных воздушно-десантных войск. Люди, которые служили под его командованием, именовали себя маргеловцами. Аббревиатура воздушно-десантных войск ВДВ и по сей день среди солдат и офицеров часто расшифровывается как «Войска дяди Васи». Директор школы номер 5 Нина Катаева говорит, что присвоение школе имени для учеников и педагогов – большая честь. Сегодня нашей школе такая честь предоставлена, нам присваивает имя героя Советского Союза, десантника, бати Василия Филипповича Маргелова. Почему нашей школе? Потому что у нас в нашей школе начинал работать клуб ВДВ. И ребята, десантники, которые приходили из армии, это была их инициатива. Они у нас здесь построили, имитировали вышки, которые как бы с парашютов. Начинал работу клуб «Факел» именно ВДВ. И мы решили эту работу продолжить. И хотим, чтобы наши ребята по окончании нашей школы уже точно знали, куда им пойти, если мы их будем воспитывать именно с этих лет. В этот торжественный день на праздник пришли почетные гости. Вам выпала большая честь учиться в школе с таким именем. Но это не только честь, но и для вас еще большая ответственность. Василий Филиппович Маргелов, он всегда стремился быть лучшим, всегда стремился, чтобы его войска, которые под его командой служат, под его командованием, были лучшими. Ну и, соответственно, теперь вам придется стремиться, чтобы ваша школа была лучше, и чтобы вы учились хорошо, и в дальнейшем стали почетными гражданами, так же, как и Василий Филиппович нашей страны. В 95-м году я закончил эту школу. Я представить себе не мог, что сейчас здесь мы будем открывать плиту. Такую честь будет школа носить, имя замечательного, десантника номер один. Я всегда гордился, когда меня спрашивали, какую школу ты заканчивал. Я всегда с гордостью говорил, пятую. Сейчас вдвойне я буду говорить, что я заканчивал пятую школу, которая носит имя Василия Филипповича Маргелова. Надеюсь, и вы также будете гордиться, как и я. Александр Куневич, выпускник 5-й школы. Говорит, для него большая честь учиться в таком образовательном учреждении. После его окончания он планирует поступить в Рязанское воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Для меня это вообще вдвойне интересно, такая честь, что в моей школе присвоено такое имя. Я поступаю в дальнейшем учиться под тем же именем. А почему я собираюсь туда поступать? Наверное, потому что это элита русской армии – это одно из самых сильных вооруженных сил. Ну, в принципе, с детства у меня как бы закладывался интерес. Под звуки гимна право поднять флаг воздушно-десантных войск предоставили военнослужащему 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, выпускнику 5-й школы Никите Черному и ветерану ВДВ, участнику боевых действий в Афганистане Сергею Бурбыке. Затем в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска. Школа номер 5 стала третьей в крае, которая носит имя героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Настоящим подарком для всех собравшихся стало яркое и запоминающееся выступление оркестра 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из города Новороссийска.
Валентина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».